Здравствуйте! В эфире программа «Право на маму» телеканала «Самара ГИС». И сегодняшнюю программу мне хочется начать вот с такого письма. Я уверена, что взрослый человек может стать значимым человеком для ребенка из детского дома, наставником, старшим другом. На поверку оказалось, что совсем несложно участвовать в жизни ребенка, приходить в детский дом, разговаривать, помогать и поддерживать. Мы расскажем о замечательных людях, которые сумели стать настоящими наставниками и друзьями для детей, оставшихся без попечения родителей. Смотрите программу «Право на маму» 11 ноября в 18 часов 45 минут на телеканале «Самара ГИС».